Всем привет, ребята, с вами я, Маша Дарк, и сегодня для вас я буду снимать новую серию своего сериала «Мир питомцев». Ну и при начальном видео не забудьте подписаться и поставить лайк, ведь вам не сложно, но мне приятно. Ребятки, по возможности я буду писать в наш чат в Телеграме от аккаунта своей лучшей подруги, так что я жива, все хорошо. Не обижайте, я по возможности буду вам там выкладывать с аккаунта своей подруги. Поэтому скоро мой телеграм-канал заживет. Только не сам телеграм-канал, а наш чат пупсики. Поэтому, ребятки, начинаем. Ну, а ты чем занимаешься вообще? Ой, я потерял управление! Ой, все нормально. Да, конечно. Чем ты занимаешься? Ой, да я танцами занимаюсь. Понятно, я пением. Сможешь что-нибудь спеть? Что, например? Ну, что-нибудь. Что? Ну, не знаю, не знаю. Кстати, ребят, а вы уже украсили свой дом? Я, например, да. У меня в комнате кучу гирлянд висит. И мы уже украсили елку. По возможности буду выкладывать всякие фоточки. А ты можешь что-нибудь танцевать? Что? Ну, не знаю, что-нибудь. Ах ты ж. Пой давай. Ну. Так, чтобы спеть. Ну. Давай. Песню Wednesday. Окей. I'll dance with my hands up on my hand, like Jesus say, I'm gonna dance with my hand up on my hand, like Jesus say, I'm gonna... Вау, ты круто поешь. Приедем, я тебе это танцы свои покажу. Хорошо. Что случилось? Ты кушать хочешь? Давай я тебя покормлю. Рокки, ты чё хозяйку мучаешь? Ой, да не мучает он меня, просто есть захотел. Понимаю его, я тоже сейчас поем, наверное. Так. Да ё-моё. Держи корм. Держи водичку. Иди спокойно, смирно. Ой, уже ночь. Я наверху буду спать. Хорошо. Спасибо за наушники. Не за что. Сейчас выключается свет везде. Будешь закрывать шторку? Нет, я хочу в окно посмотреть. Окей. О, спокойной ночи. Спокойной ночи. Все, надоело. Что? Почему ваша собака шумит? Извините. Рокси, ну хватит. Хозяйка, я по тебе соскучился. Почему ты не меня не берешь на кровать? Почему я должен в этой лежанке спать? Так-то лучше.
Ой, Рокси. Я хочу к своей хозяйке. Вруб. Ток-ток-ток! Ой. Да, блин. Что у нас человек спит? Ой, что вам нужно? А я хотел спать ночью! Почему ваша долбанная собака мне мешала? Надо выкинуть! Слушай, мальчик. Я тебя сейчас выкину в помойку, понял меня? Все, давай, пока. Ты офигела! Доброе. Какой-то пацан на меня уже наехал. Почему моя собака мешала спать? Не знаю, что ответить. Он сказал, что надо ее выкидывать. Я ему сказал, что я сейчас тебя выкину. Буду бутербродик. Держи кекс. Не, я хочу другой. Вот. Уважаемые пассажиры, мы приезжаем через 3 часа. Ну ладно. О, у меня же коктейль есть. Иди выкинь. Это вы вот спали! Это ваша собака! Вы в курсе, что ваша собака... Заткнись, пожалуйста. Мешаешь. Хамло! Я к водителю обращусь! Вас выгонят! Господи. Я буду слушать музыку. Смотреть всякие видосики. Да, подруга. Алло, привет, Мэри. Ты доехала? Нет еще, мы через 3 часа приезжаем. А, хорошо. Не забудь мне позвонить. Хорошо. Хозяйка, хозяйка! А когда мы приедем? А, что тебе хочется? Когда мы приедем? Хозяйка, хозяйка, хозяйка! Когда мы приедем? Ты такой смешной. Хозяйка, я спрошу, когда мы приедем. Ну, хозяйка. А как жаль, что я тебя не понимаю. Хозяйка, ну что тут не понимать? Я тебя спрашиваю, когда мы приезжаем. Уважаемые пассажиры, мы приезжаем через час. А, через час? Хозяйка, где мы будем жить? Ну что, мой хороший? Где мы будем жить, хозяйка? Я понимаю, что ты меня что-то спрашиваешь. Я не понимаю, что... Хозяйка, ну-ка ответь мне, пожалуйста, где мы будем жить? Ой. Ты, наверное, столько вопросов не задаешь. Жаль, что я тебя не понимаю. Ну как же, я немножко знаю собачий язык. Он говорит, где мы жить будем. А, в отеле будем. Правда? В отеле? Вот это я не знаю. А, ну, как в отеле? В квартире. Я тоже. Хм, прикольно. Хозяйка, хозяйка! А он с нами будет жить! Что? Ну что? Не, я не знаю, о чем базарит. Уважаемые пассажиры,
Собирайте свои вещи. Мы скоро приезжаем. Я надеюсь, вам слышно. О, собирать вещи. Так, все, Рокси, лезь. Сумочку. Только я без вещей, ну ладно. Уважаемые пассажиры, мы приехали. О, круто. Я на вас заявление в полицию накатаю! Ой, да иди ты нафиг, а. Задолбал базарить. Все, погнали. Как похоже на прошлый. Погнали. Ой, это ты. Это опасный преступник. Это опасный преступник. Он у меня цветы украл. Цветы украл? Это не я был. Это другой. Не я это был. Где Рокси? Где Рокси? Я не знаю. Где Рокси? Подожди, пока поезд еще не уехал. Погнали. Где? Я же его в эту... Где он? Рокси? Слушай, давай я тебя в руках понесу, хорошо? Странно как-то. Так, все, Рокси. Кофик, воду там. Ну все, тебе до твоего отеля я поехал. Спасибо большое, что помог. Давай. Угу. Поможешь тогда и поедешь. Давай. Так странно, у тебя координаты совпадают с моими. Ладно, давай. Со мной еще соседка какая-то должна жить. Это капец какой-то. Я не хочу ни с кем жить, я хочу один жить. Ай! Трэш, конечно. Ай! Все, давай, пока. Пишемся. Ну ладно. Через полчаса, пока она расставлялась. Слушай, Мэри, мне тут вообще показывают, то есть я ввожу свои координаты, то есть какие мне нужны. Угу. Сейчас, подожди. Я тебя обязательно послушаю. Сейчас только я выберусь из этого долбаного мешка. Угу, я тебя слушаю. Ну, в общем, все координаты вели сюда. Походу, ты моя соседка, и вот про тебя я говорил. А, то есть ты не хочешь, чтобы я была твоей соседкой? Я думала, это будет другая какая-то девушка. Во-первых. Ну, давай я тебе помогу вещи разложить. То есть это какой-то дом, да? Я так понимаю. Чей-то дом. Ну, я так поняла, да. Кстати, у нас какие-то еще будут соседи. У меня показывалось, что я буду жить с мальчиком, девочкой и еще одним мальчиком. Понятно. Ну, я буду здесь спать. Да, я тоже. О, мы с тобой на одной кровати. О, да ну нафиг, в этой части есть эти слаймы. У меня не было их в прошлый раз. Так, ладно. О, котики, я отсюда забираю. Так, ты будет здесь лежать. Так, иди, пока посмотри дом, я буду здесь все осматривать. Так, Рокки, все, ты теперь здесь свободен. Так, мне надо позвонить Мэри. А где бутылочка? А, бутылочка в этом. Алло, Софи, я приехала. Круто. С нами будет жить девочка, мальчик и вот мой сосед, который со мной ехал. Офигеть. Я надеюсь, вы начнете встречаться. Софи! Да что? Все, давай. О, пижама есть.
Так, телефончик у меня будет лежать здесь. Книжечки я куда-нибудь положу. Это мне не нужно. Этот цветочек я тоже куда-нибудь положу. Так, Рокки. Напиток. Так, еду я твою... А, вот тут твоя еда. Так, еду я Рокки положу вот сюда в холодильник. Так, ну лакомство я положу сюда. Главное, чтобы он не ушел. Так, паштет. Нафига мне камеру упаковывать, мой? Так. Стилус, все, моя аппаратура пускай будет лежать здесь, в этой сумочке. Так, ну и чемодан. Фоточка. Здесь будет. О, круто. Не-не-не. Все. Так, ну цветочки. Цветочки. Так, одежда, кошелек, а вот две бутылки воды. Не знаю зачем, но да ладно. Так, одежда. Так, Рокки. Сейчас я обустрою и к вам вернусь. Так, ну все, я обустроилась, в принципе. Так, все. Помню, я в этом доме жила. Слушай, а вдруг, типа, наши соседи будет пара, и чё мы? Я им свою кровать не отдам, идите нафиг. Так, вроде здесь. Соседуши... О, привет. Ты? О, привет. Я чё здесь? Извини, мы уже заняли. Окей, я здесь тогда буду спать. Да, хорошо. А, как тебя зовут? Очень смешно, Маша. Я Мэри. А, ты не Маша. Ты Кэти. Я Мэри. Угу. Я Лили. Приятно познакомиться. Очень приятно. Я понимаю, конечно, мы с тобой там друг на друга в обиде, но нафига... Ты так, чего? Ты моя соседка, я тебя не знаю, как и откуда я должна тебя была знать. И где мальчик еще один? А, тебе не, вам не говорили? Этот мальчик отказался. Да, пипец. Это, работа начнется завтра, поэтому... Хозяйка, хозяйка, я с тобой пойду на работу, я не хочу здесь оставаться, хозяйка! Ой, Мэри, ты завела себе собаку? Не одну. У меня их несколько. И сколько? 4. Как одинокая? Я живу с лучшей подругой. И хватит меня допрашивать, девушка. Нет, я опять же повторяю, я все понимаю, мы в ссоре там. Слушай, мы с тобой никогда не были знакомы. Хозяйка, я хочу с тобой остаться. Я не хочу уезжать. Я не хочу, чтобы ты одна оставалась. Хозяйка, хозяйка. Хозяйка. Пойдем со мной. Ты пойдешь со мной на работу? Я не хочу. Я не хочу один дома оставаться. Давай я с тобой пойду. Ну, пожалуйста. Ой, какая ты милая собачка. Я королева, а Мэри ничто. Понятно. Так, ладно, давай я тебя покормлю, наверное. У меня очень мало еды осталось для тебя. Но купим, прожжёмся. Так, ладно. Что делать будем? Не знаю. Может, подружимся? Я не хочу с ней дружить. Она какая-то странная. Честно, какая-то реально... Странная немножко.
Ну и вот на этом я хочу закончить свою серию «Мир питомцев». Если он вам понравился, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ведь если вы ставите лайки, а это значит, выходит продолжение. Всем удачи, всем пока-пока! Муа!